Арктический театр проводит представление и вовсе без концертных залов. Артисты представили новый видеоспектакль «Прогулку. Фильтры». Чтобы стать зрителем интерактивной постановки, достаточно взять с собой смартфон и наушники. Режиссер Евгений Гоман совсем недавно поменял министерское кресло на режиссерское. И Арктический театр его детище снова стал радовать премьерами. Талантливая команда смогла создать спектакль в необычном видеоформате. Для просмотра представления достаточно иметь смартфон, наушники и теплые варежки. Мы вдохновлялись с некоторых европейских проектов, где тематика была военная. Вот мы ее решили перенести в более такую красочную и легкую атмосферу. Видеопрогулку по городу сопровождает саундтрек, созданный Алексеем Гоманом, известным исполнителем и родным братом Евгения. Такая коллаборация для них стала первым серьезным совместным театральным проектом. Я давно мечтал уже с Лешей что-то сделать, и здесь вот выпала идеальная возможность. Мы с ним созвонились, ему стало интересно, плюс он тоже сидит на карантине. Здесь все было прямо идеально, и я вообще не пожалел. Но Леша настолько оригинальную музыку сочинил, что кто пойдет, тот увидит. Это идеально для этого спектакля. Главным героем постановки становится сам зритель. Актеры во время спектакля идут по определенному маршруту. От памятника Кириллу и Мефодию до Николая Чудотворца. Любой человек сможет пройти по маршруту, не то чтобы узнать какие-то исторические детали, но познакомиться с людьми, с атмосферой, которая здесь в городе царит, с прекрасными видами, интересным маршрутом, тропа, которая вот, ну, это просто чудесная экскурсия по, скажем так, незаезженному месту. Такой необычный спектакль наверняка вызовет интерес у горожан и гостей города. Поэтому можете не удивляться, если встретите на своем пути улыбающихся людей, которые, уткнувшись в смартфоны, гуляют возле памятников. В первый раз я вообще смотрю подобный спектакль, в первый раз на такой видеопрогулке. Ничего сложного нет, ввели код и сразу увидели на экране неожиданно осень. И осень такая солнечная, в этом году как раз она была просто потрясающая, а сейчас вот идет снежок. Погружение полное в эту атмосферу осени, в атмосферу какого-то счастья и тех событий, которые происходили, ну, вот сейчас на площади этих первоучителей. Посмотреть спектакль «Фильтры» можно на сайте Арктического театра. Сейчас, когда полярная ночь в разгаре, такая постановка поможет зарядиться новыми эмоциями и развеять скуку.